Всем привет! Вы на канале Вольда Вить! И у нас сегодня есть вот такой вот джип. Да, вот такой вот, со всякими препятствиями. Вот он должен как-то вот он должен все прыгать, перепрыгивать, разбивать. Даже его как-то можно вот так вот как сумочку носить. Видите, все сложить сверху, на него навешать и носить. Вот она, эта сумочка. В общем, есть бочки, горочки, колесики можно менять ему, там нарисуем. Ну, в общем, давайте откроем и посмотрим, что же можно с ним делать. Я его посмотрю. Давай. Здесь нет такой такашки. Нету. Будем так открывать. Я хитинку делаю. Называется он, кстати, Монстр Джек. Да, его зовут? Монстр. Он монстр? Да. Достаем нашего монстра. Как обычно идет инструкция. Ну что, согласно ей будем строить. В принципе, здесь строить вот нечего. Давай достаем наши фигурки. Я мастерку делаю. Давай, ваш вот у нас есть, да? На банке. На банке есть. Вот, держи его. Достали. Два колеса маленькие. Два колеса маленькие, два больших, но они здесь у нас идут, у нас сейчас прицепим. Ну, подожди, дай колесики прицепить. Мы закрепили колесики. Вот такой вот у нас получился джип. Очки надо колесики. Сюда пойти. Там немножко играет. Ну, это, наверное, специально надо, чтобы он мог запрыгивать. Сюда флажки. Не знаю. Сюда флажки. Сейчас разберемся. Итак, куда это флажки? Что вот сюда нужно. Наши флажки. Ты меня боишься? Итак, вот такие вот флажки. Вставили. Так, бочки. А вот эти тоже тут. Ой, выпрыгивают. Тоже куда-то нужно вставить. Да ведь что-то, мне кажется, флажки мы не туда прицепили. Они должны быть вот здесь. Вот. Оп. И оп. Вот так. И там сильные машины. Итак, смотрим. Что нам нужно сделать? Нам нужно. Вставить вот сюда бочки. Сюда дальнюю часть. Вот, вставим бочки в одну часть, согласно инструкции, вставляем в другую. Вы меня боитесь? Конечно, боимся. И крепим их. Это нам показано, как можно их закрепить, чтобы носить на сумке. Ну, я думаю, что мы их носить не будем. Мы будем ездить, поэтому мы не будем. Да? Давай мы разберемся, каким образом машина наша будет ездить. Да, Давид? Итак, выстраиваем нашу конструкцию как по картинке. Машины уже у нас не подлежат ремонту. Наверное, их уже кто-то, по ним уже кто-то проехал.
Вот закрыли. Ну, случился автобус. Итак, наш гонщик, которого зовут Джек, да? Или как его там зовут? Давид. Как его зовут? Монстр Джем его зовут, да? Он готов перепрыгивать эти тачки. И наш джип перепрыгивает машины и приземляется феерично на колеса. Что мы еще можем сделать? Мы можем поставить машинки в ряд. Теперь он едет. Может перепрыгнуть уже 4 машины. Вот. Он на них упал, и он начинает их давить. Вот так. Прыгать на них, да? Вот так. А что он еще может сделать, Давид? Давай подумаем. Он может перепрыгивать и втараниться в автобус. Разгоняется и разбивает автобус, и у нас высыпаются бочки с автобуса. Да? Да, еще один разик пробуем. Еще хочешь один разик? Давид, давай, пускай машину. Пускай. Нет, не разбил. Давай еще раз, сильнее пускай. Сильнее. Крепкий автобус попался. Ну, давайте еще немножко Давиду поможем. В общем, вот так высыпались наши бочки. Едет наш автобус, и тут он начинает разворачиваться, и в него въезжает. Джип, и он разбивается на две части. С него вылетают все имеющиеся в нем бочки и разлетаются по всей трассе. Куда он газует, Давид? Что он хочет сделать, этот монстр? Бить! Банки! Бить? Он всех хочет бить? Я бить банки. На бочки. А что у нас в бочках? Давай придумаем, что у нас в бочках есть. Бензин? Да, бензин. Давай, бензин. И здесь этот монстр. Машина упала. Упала, да? Ну, ничего страшного. Он уже переехал несколько раз, все машины, всех потоптал, пожевал, вот такие-то у него глаза, злые, череп у него нарисован, он весь злой такой, он хочет закружить. Ну как, тебе нравится игрушка? И вот такой вот феерическая у него. Феерический прыжок. Он перекинулся. И что, он не может встать? Он шатается, не может встать. Встал? Друзья, если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте ему лайк. И до видео. Я к актеру. Что там такое? Пусишки. А давай сложим, посмотрим, как его можно носить в сумке. Да? Давай посмотрим. Слаживаем наши бочки сюда. Вот так. И давай. И все. Так же поступаем с этой стороны. Тут уже одной бочки я не вижу. Где-то она улетела. Ну ладно, в принципе, можно. Все-таки еще надо. 17. Так вот, нашли. Вот, наши бочки сюда помещаются и крепим за вот эти крюки. Вы меня боитесь? Ну, конечно, мы все тебя очень-очень боимся. Так. Вот наш автобус. А вот цепляется. Езжаю в машину. Вот. Вон делает машину. И вставляется. Вот
закрепили. Вот так вот. И теперь мы можем туда положить наши машинки. Вот так. Как джипа. Джипа? Сейчас как-то и джипа туда тоже прицепим. Вот так сложили. И все, давай джипа. Итак, у нас еще цепляется джип. Вставляются колесики. И зацепили. Я везу. Все, берем как сумку. Берем как сумку и несем. Очень удобно поигрался, все красиво сложил, занимает очень мало места и все аккуратненько сложено. Скажи, обязательно поставьте мне лайк. Лайк. Вот так, лайк. Лайк поставьте. Лайк. И подпишитесь на канал. Бэби Босс Давид. А мы говорим вам всем пока-пока. Помахай ручкой. Пока.